Всем привет! Сегодняшний влог будет состоять из небольшого трипа 1, 2, 3 октября 2021 года. Москва, Сочи, Москва. Итак, 3 дня с вами начинаются. Погнали! Так, чтобы не тратить время на саундчеки дома перед выездом, я поменял струнки. Вот те были. Это стальные. А сегодня будут никелевые. Они очень круто звучат. Так, проверим. Самое главное это работает. Вот легендарная 1905 года, где находится 16 тонн, где было проведено очень много ночей в основном. Угадайте, какими сегодня буду стукать. Что-то прижился Адамчик. Кто не репетирует, тот проходит все на саундчеке. Вынужден вас огорчить. Вчера во время спешки перебрасывания файлов с концерта 16 тонн я нечаянно их удалил. Концерт закончился, надо быстро валить домой и спать. Но самое главное, немножко подкрепиться. Быстрее домой, потому что в 6 часов уже выезд в аэропорт. Утро добрым не бывает. Все контроли прошли, бомбы не обнаружены, можем ехать в Сочи. Идем в самолет. Питание. Ну что, здравствуй, Сочи. Конечно, не выспались, но нормас. Сейчас поедем в отель Красную Поляну и будет время отдохнуть. А это сейчас самое главное. А вот теперь намного лучше в Сочи, чем в Москве. Здесь 20 с лишним градусов. Это просто замечательно. Просто огонь. Как говорится, люблю свою работу. Ну вот мы заселились. Отличный номерочек. Уютненько. Маленький, если посмотреть на потолок. Но большая кровать. И это очень круто. Но самое главное здесь, конечно, наверное, вид. Наверное. У меня нет балкона. У меня вот панорамное окно, которое наполовину может открыться. О, наш Тимка. Ну вот, на чек я возьму гитару. И мой черный чемоданчик. Инэйры здесь, ремень для гитары здесь, весь педалборд и бодипак здесь. К компактность. Это у нас сегодня гримерочка маленькая. Куча вкусностей. Орешков насыпали 2 ведерка. Вот это по-спортивному. Че там вот эти мелочицы? Смотрите, какой вид. Трасса санная. Сказали, что можно покататься. Наши все сказали, что это самоубийство. И я думаю по-другому. Вау!
просто, смотрите. Мы на открытом воздухе. Походу, это наш стол обеденный. Как у конкурентов 3. Вечереет, закончили саундчек. Сейчас пойдем готовиться. Блин, как же красиво просто. Горы манят. Первая моя хурма в этом году. Хурма. Мне не надо. Мишаня, ну-ка, помахай. Вот мы на старте трассы. Сейчас выберем шлем и дальше. Какая скорость будет? Скорость у нас будет где-то под 80, под 90 км в час. Вот на этой штуке. А вот на этой штуке у нас будет скорость в районе 120. Держимся за веревки, ничего не делаем. Ю-ху! Максимальная скорость 75.
Все, поздравляю со спуском. Выглядит он как будто это ледяная Формула-1, короче. Болит. А бобслей это и есть зимняя Формула-1, да? Все верно? Перегрузка будет воздействовать на тебя, как я тоже до этого рассказывал. Да. Тебя будет прям хорошенько здесь так прижимать. Готов? Окей, да. Поехали. Поехали! Нормально все? Ничего себе. Доброе утро. Сейчас надо успеть на завтрак, а потом в аэропорт домой. Так, позавтракал, можно выйти вот на балкончик. Сзади меня один из участников итальянской сборной по бобслею, с которыми... Сейчас завтракали, поэтому оттуда я не смог поснимать, но мы просто сидели 30 сантиметров. Целая сборная. То есть у нас здесь русский. Сейчас на завтраке, ну, человек 5. А, ну, помимо нас, да, помимо нас человек 5. Остальное все итальянцы. Я выхожу, и заходит следующая сборная, и не знаю, кого там. Корея, по-моему. Охренеть. Смотрите, какой вид. Это вот такая вот змеюка, это как раз трасса. Европейское спокойствие, крутой сервис. Вообще ткань. Еще немножко прекрасного вида. Мне во влог и вам в глаза. Такие вот уютные корпусы, корпуса. И блин, как же это красиво. Витами такой романтичный. Ну, вот наша птичка. Привет, Москва. Сейчас дорога домой. И подготавливаться к вечернему концерту. Но еще днем у меня будет один ученик. Я очень мало преподаю, потому что на это нет времени. Но вот один ученик у меня есть. И после ученика надо выезжать к Линде на грим концертный. Потому что сегодня видеосъемка, нужно быть всем с иголочки. И мы будем закрывать дискотеку Муз-ТВ в стадиуме. Из 10:11. На скотч. Не открой. Инстаграм не открой. Звезду, а знаете ли, спички. Мы рано приехали. Наконец-то нам дали гримерку. О, сколько много воды. Самый лучший райдер. Когда пойдем, ты не хочешь. Ты что, ты дырявый? Ну вот так вот. Басовый кабинет клавишнику поставить нормально? Нормально. А? На Роланде играй, понял? Thank you.
все, наконец-то мы закончили. И теперь я спокойно еду домой отдыхать. Вот и подошел к концу наш с вами трехдневный трип. До новых встреч, всем здоровья, пока!